Привет всем. Когда вы прочтете это письмо, меня уже не будет с вами. Наверное, для кого-то жизнь неплохая штука. Только я свою прожила. Я уже нахлебалась. И боли, и слез, и обиды. Хватит с меня. Я устала. Устала носить на лице разные маски, чтоб никто не догадался, что я на самом деле думаю про эту гребаную жизнь. Меня все достало. Конкретно достало. Однажды я поняла, что вокруг меня пустота, что мои друзья вовсе не друзья. Это чужие люди, которые не прочь провести с тобой время, когда тебе хорошо. Но когда тебе плохо, они отходят в сторону. Они даже не обратят внимания, когда ты исчезнешь. Конечно, есть пара человек, которые заметят, что меня не стало. Мои родители. Ну, может, еще братишка, но он маленький, все равно не поймет, что случилось. Папа и мама. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Больше я не буду устраивать вам неприятности. Не буду огорчать вас своими двойками и ужасным поведением. Простите, что доставляла вам столько проблем. Прощайте, дорогие. Я уверена, нам всем так будет лучше. Ты уверена? У тебя хорошая семья. Ты уверена, что им будет лучше? Хочешь, я кое-что покажу тебе? Что это? Это увозит в реанимацию твоего папу. Папу, а что с ним? Сердечный приступ. Он не смог пережить твою смерть. Но его же спасут. Нет, он умрет через несколько часов после тебя. Господи, папочка. Мама? Да, твоя мама. Она сошла с ума от горя. Нет, мама, нет. А это твой младший братик. Его отправили в детский дом. Нет, это нечестно. Ты выбрала самых преданных тебе людей. Нет, я так тех, не хочу. Тех, кто больше всех любил тебя и убил. Папа, нет, не умирай. Мама, подождите, я буду жить. Еще не поздно, ты можешь все изменить. Прости меня, я буду жить. Прости меня, мамочка, прости, пожалуйста.